В Южной Корее сегодня проходят досрочные президентские выборы. Прежний глава государства Пак Кын Хе покинула свой пост после коррупционного скандала. Результаты новых выборов огласят завтра, и глава государства вступит в должность немедленно. На пост президента претендуют 13 кандидатов. Лидером гонки считается либерал Мун Дже Ин. Один из пунктов его программы – расширить контакты с Северной Кореей.